Составу Витебска и его схеме. Давай вот посмотрим. Сразу же атака. Януш у нас прорывается вперед и очень опасно. Алехнович удар. Застревает мяч в стенке. Отлетает игроку Шахтера и 1-0. Да, вот мы о чем и говорили. Алексей Янушкевич открывает счет матча на 3-й минуте. Очень и очень такой штрафной, где тяжело было отбиться. Ну и вот все ваши предматчевые расклады, да, они фактически рушатся, потому что Шахтер забивает очень быстрый гол. Посмотрим и повтор. Да, там сразу и Янушкевич был, и Селяв.